Стеной встали сегодня на защиту собственных погребов жители Воинской улицы. 30 лет люди беспрепятственно пользовались выкопанными овощехранилищами. И вдруг районная администрация, дав чуть больше недели, решила их снести. Александр Попов разбирался в ситуации. Погреб Марины Владимировны оказался первым на пути нанятых мэрией подрядчиков. Максимум, что успела спасти, это прошлогодний урожай. Все остальное пошло под ковш. Я одна, муж лежачий. Все, что я могла, это вытащить эту картошку, соленья и завалить ими квартиру, потому что куда мне это все девать? Картошку пришлось раздать просто людям. Я пила успокоительное, потому что, ну, реально погреб хороший. А плюс это, ну, помощь, как вот на эти деньги выживать, на пенсию, которую нам платят. На защиту остальных погребов встали бдительные соседи, пытаясь сохранить как зеленые насаждения, обрамляющие двор, так и сами хранилища. Жалко и запасы, и металл, из которого сделано творило. Не садить, не выращивать овощи, придется все покупать в магазине. Хранить негде будет. Ну, три часа стоим, чтобы они просто наши крышки железные, которые мы купили за свои средства, и чтобы они их не утащили. Просто пытаемся их не отдать. Хоть территория и муниципальная, но все же за 30 лет жители привыкли считать ее своей. И понимание есть, что погреба незаконные, есть и аварийные, и опасные для жизни. Но почему никто не пришел и не объяснил заранее? Не обсудил снос хотя бы со старшей по дому? То есть, если бы к нам пришли, сказали, делайте собрание, решайте, например, убираем погреба, и мы вам поможем благоустроить территорию, поставите забор, парковки, деревья, сад какой-то разобьете. Нам ничего этого не сказали. Не предложили жителям и возможности самим засыпать заброшенные погреба. Недели для совета дома просто физически не хватило, чтобы провести собрание, найти нужные суммы на аренду самосвалов. Оставьте на какое-то время, а потом сносите. Начните вот там. Вот там, которые открыли, они им не нужны. Засыпьте и творила берите. А вот эти погреба, которые укажем, не трогайте вы. Какое-то время не трогайте. Сейчас актив дома вместе с пенсионерами надеются, что районные власти дадут хотя бы месяц либо для эвакуации запасов и разбора конструкций, либо для самостоятельного решения проблемы с аварийными хранилищами. Александр Попов, Антон Мамаев, новости ОТС.